В Якутске обсудили деятельность психолога-медика педагогических комиссий в новых условиях. Речь шла о проблемах и перспективах развития служб ранней помощи детям и их семьям. В ходе дискуссии озвучили, что состояние социопсихологического здоровья подрастающего поколения по ряду показателей остается проблемным в системе образования. Отмечают недостаточную организацию деятельности и подготовку кадров, работающих с проблемой охраны психического здоровья и безопасности детей и подростков. По данным, доля педагогов-психологов с базовым уровнем квалификации составляет сегодня 73% от общего количества школьных психологов. Специально на эту конференцию пригласили директора регионального социопсихологического центра Самарской области Татьяну Клюеву. Все, что связано именно с деятельностью профессионального самого педагога-психолога, и то, что он работает непосредственно в школе и подчиняется директору, это... обсуждение в рамках трудового договора все свои должностные обязанности, и это еще зависит от самого профессионального уровня педагога-психолога.